как вам заставочка, да? Космические убойные, прямо я бы сказал. Ладно, развлекаю сам себя. А если по делу, то наконец-то я взялся за изготовление заказных бритв. Две штуки из них в заказе уже. Производить взялся три, чтобы уменьшить себестоимость и обеспечить себе как бы какую-нибудь гарантию, мало ли там что-то во время работы пойдет не так и что-то уйдет в брак, то один клинок будет как подстраховочный, а если все это выйдет, то один клинок будет или собран в оправу, или просто отдельным клинком будет выложен на сайте. Знаю, заждались вы этого заказа, то есть заждались этих бритв. Я и сам, если честно, уже заждался. Напрягала вот эта тянучка времени. То есть это пакетно-кованая сталёга дала себе знать, как говорится, напомнила о том, что она очень-очень сверхплотная и даже очень жесткая в отпущенном состоянии. Поэтому даже просто, чтобы ее просверлить, у меня ушло очень-очень много времени. Ну ладно. Что ж, начинаю работать. Надеюсь, будет что-то интересное еще. Покажу, к этому видео прикреплю. Что ж, второй день работы. Второй день мы имеем клинки грубо ободранные, с выступившими карбидами, подготовленными к тонкой работе. Вот. Пока вроде все три получаются. Не знаю, что время покажет. Я никогда не уверен до самого последнего момента, что все будет хорошо. Но пока все хорошо. Да, скроил до 20 мм. Честно сказать, скроил до 21 мм с запасом на обработку. Там вот так вот. Так что, в принципе, должно в 20 должен убраться. Также еще сегодня шайбочки порубил. Такие вот. Потому что там было уже несколько штук. Ну, как бы, пользуюсь моментом, пока тут термообработка шла, пока печка грелась, пока что тут. В общем, вот. Это мы имеем на второй день. Но у меня еще больше половины дня впереди, и я сейчас попробую как-то это дело продвинуть. Если все пойдет гладко, то будет третье видео. Надеюсь, сегодня. Все, погнал дальше. Ну что ж, дела идут вполне успешно. Ожидал я, конечно, всякого разного, но вот пока не в таком состоянии предполировки. То есть это же не полированные, это просто шлифованные лезвия с плоскостью. Кстати, твердость, ну, сверхъестественная прямо. То есть это после последних замеров там было 65,5 единиц. Это после отпуска. Дает о себе знать это пакетное кованое. Вот так вот это выглядит. То есть уже клины выведены. Осталось только полирнуть, чтобы они прям вообще заблестели красиво. И все. Руки уже трясутся маленько. Вот как-то так. Это на данный момент. Что у нас там было по договоренности? Сейчас посмотрю. Ну, в принципе, вроде все учел. Закругляю бушки. Нижнюю часть тоже эрла. Закругляю все это, тоже заполировываю. Роспись на лезвии. Расписываюсь, то есть, что еще у нас? В принципе, вроде все так. По оправам тут еще много всяких нюансов, которые нужно будет догнать, как бы. И вроде как все. Только нет стеклотекстолита у меня. Нет, вот реально для оправ. Тут написано у меня или акрил, или стеклотекстолит. Поэтому буду ставить акрил.
только потому, что стеклотекстолита нет просто. Вот так вот. Да, у меня еще тут новость. Мне сообщили, что пришла посылка с бюджетной бритвой, у которой сломалась ручка. Поэтому как нельзя кстати. Прямо вот как нельзя кстати. Буду делать параллельно вот оправу вот с этими бритвами. Это очень упростит мне работу. Сэкономит средства. В общем, все пока складывается хорошо. Что ж, не знаю уже сегодня, осилю ли я тут все это, то есть полностью доделать клинки. Вообще крепко сомневаюсь. Сейчас посмотрю, вот на закругление меня еще хватит. То есть тут, вот тут надо тоже все выравнивать. Еще, может, сделаю. А вот уже с полировкой, не знаю, наверное, не успею. И поэтому, скорее всего, наверное, это пойдет уже на третий день. Вот. И в третий же день, во второй половине, я так рассчитываю, если вообще все так гладко же опять прокатит, то буду уже заготавливать оправы. Вот, пока все. Если что, на этом до свидания, потому что не факт, что я сейчас даже вывешу третье еще, там, последующее, то есть, видео. Я уже не помню, какое оно по счету. И на всякий случай, до свидания. Пока так.